Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли на наш концерт. У нас сегодня презентация нашей пластинки. Нас смотрят по трансляции много народу. Друзья, я хотел бы начать наш концерт, сказать буквально пару слов о ужасной трагедии, которая произошла вот несколько дней назад в Кемерово. Она потрясла всю страну, она потрясла меня и многих вас, конечно, до всех, собственно говоря. И мы хотим почтить память всех погибших. Это, конечно, ужасно, это не должно повторяться. И мы в память об этих людях, которые вот так ушли из жизни ни за что, мы сыграем пьесу, и в память о них мы, пьеса называется «Нирвана». Thank you.
Спасибо. Сегодня играет на клавишных Слава Быстров. На гитаре у нас сегодня Максим Ширин. Я приглашаю на эту сцену Владимир Галактионов, труба. Дмитрий Потичук, ударные. И наша звезда, человек, который приехал специально из Китая. Человек мира, бас-машина, Антон Давидянц. Знаете, я хочу сказать, что с Антоном у нас, нас связывает очень продолжительный период. Мы с ним познакомились, наверное, лет 15 назад, если не больше, да? Больше, наверное. Вот. И с Антоном практически начинался мой творческий путь. Когда я повстречал Антона, я понял, что вот так нужно играть и так нужно делать музыку. И для меня он, конечно, являлся примером, и является, и он вдохновляет, его упорство, его мастерство, его стойкость к жизни и к познанию музыки. И, конечно же, для меня это просто большая честь, что такой музыкант стоит на одной сцене. Антон. Thank you.
Слово на трубе Владимир Галактионов. Друзья, эта пьеса не вошла в этот альбом, который мы сегодня представляем, но она обязательно войдет в следующий. Мы уже начали работу прямо сейчас. И мы продолжаем, собственно, пьесы, которые называются «Free», «Свобода». Это одноименное название нашей пластинки. Вы можете приобрести вот там на рояле, у девочек на ресепшн. И Владимир Галактионов начинает. Спасибо. Соло на гитаре Максим Шибин. Соло на трубе Владимир Галактионов. И, конечно же, железный бас Антон Давидянс. Вы знаете, для меня этот человек, он
просто ему любую музыку поставь, он сыграет просто вот мультистильность этого человека, я бы сказал так, она просто завораживает. Что бы ты ни играл, либо это какой-то сложный фьюжн, либо это какая-то мелодичная смуз-джазовая композиция. Он просто вписывается во все форматы. Антон Давидянцев. И сейчас мы сыграем еще одну авторскую пьесу. Она войдет в следующий альбом. Она называется «Летние эскизы». Эта пьеса уже исполняется, наверное, лет... Вот как мы с Антоном познакомились, так я сразу услышал его и написал. Он называется «Летние эскизы». Thank you.
Спасибо. Антон Давидян, бас-гитара. Соло на трубе. Владимир Галактионов. Максим Шипин, гитара. Соло на клавишной. Слава Быстров. Друзья, и мы приглашаем на сцену нашу солистку. Ее зовут Виктория Ньюман. Мы сейчас сыграем очень известную песню. Я думаю, что вы ее знаете. Добрый вечер. Нам очень приятно, что вас так много в зале. Друзья, давайте вместе с нами.
Спасибо, Виктория Ньюман. Известная песня Д'Анджело и Роберто Флаки исполняла, и Боб Джеймс, и очень много разных артистов. Мы решили, что мы тоже не хуже. По-моему, неплохо получилось, да? Как вам нравится? Друзья, и я предоставляю слово Виктории, ее авторская песня, которую она написала. Виктория сама скажет, о чем эта песня. Песня называется «We Will Run the Night». Если перевести это более-менее литературно на русский язык, это будет означать «Давайте зажжем эту ночь». Кстати, у нас все меняется, музыканты даже не знают, что играем. Все меняется, у нас эмоции. Окей. Мы вам будем очень признательны, если чуть-чуть попозже вы нам поможете своими аплодисментами. Well, baby, just down.
Спасибо, Виктория Ньюман, это ее песня, и мы продолжаем в завершении первого отделения, мы сыграем еще одну очень известную пьесу, вернее, песню из группы Beatles. Мы сделали свою версию, неожиданную, для фестиваля Битломания. Эта песня называется Imagine. Виктория Ньюман. Thank you.
Спасибо, Виктория Ньюман! Друзья, спасибо огромное, что вы нас поддерживаете, что вы пришли. Нам, на самом деле, вы, наверное, задаете вопрос, а где же музыка, которая на диске? Она будет во втором отделении. Мы специально так сделали, чтобы никто из вас не ушел. Диски в продаже, и мы вас ждем минут через 15-20. Спасибо, я представлю музыкантов. Слава Быстров, клавишные! Владимир Головченок, труба! Максим Шибин, гитара. Дмитрий Позичук, ударные. Антон Довидянц, бас-машин. Александр Довгополый, саксофон. Спасибо, друзья. Вернемся скоро. Друзья, добрый вечер. Еще раз спасибо. Спасибо. Нас смотрит интернет аудитория. Вам куда смотреть? Вам тоже привет всем. Итак, мы продолжаем нашу программу. И, собственно, вот мы возвращаемся к нашей презентации вот этого диска, да, в котором приняли участие Антон Довидянц из нашего состава. Остальные все играют в других коллективах. Вот. Но, тем не менее, мы начнем нашу программу с композиции, она здесь под номером 5. Он называется «Гато». Был такой саксофонист Гато Барбьери. Я услышал этого саксофониста, и мне как-то навеяло, пришла в голову мысль что-то написать вот в похожем таком формате. И я условно назвал ее, обозначил «Гато», и так название и осталось. Поэтому... Thank you.
Спасибо, это была пьеса «Гато». Соло на гитаре сыграл Максим Шибин. И мы продолжаем еще одной пьесой с пластинки. Она называется «Бразилия Босса». И я хотел пригласить специального гостя, который, собственно, и сыграл партию рояля. Его зовут Дмитрий Косачинский. Вы можете его услышать на этой пластинке. Итак, «Бразилия Босса». Thank you.
Дмитрий Косачинский. И замечательное соло сыграл Антон Давидянц. И мы приглашаем Вячеслава Быстрова. Владимир Галактионов присоединяется к нам. Мы сыграем сейчас пьесу, которая не вошла в этот альбом. Она войдет в следующий. И она называется «Огни Нью-Йорка». Была написана, наверное, в 2003 году еще. И здесь как бы рассказывается о том, как в музыке вы можете услышать вот мои впечатления от города Нью-Йорк, когда мы первый раз туда приехали. Для меня это был какой-то ураган, и я решил написать такую в стиле фьюжн пьесу, и она называется так, «Огни Нью-Йорка». Thank you.
Это была пьеса «Огни Нью-Йорка». И мы возвращаемся к нашей пластинке. И сейчас мы сыграем пьесу, которая называется «Injure». Она на диске под номером 3. Thank you.
Спасибо. Соло на гитаре. Максим Шивин. Это была пьеса «Enjoy», и у нас осталась еще одна пьеса, она называется «Сияние грез», «Shining Dreams», она номер 4, и мы сыграем вдвоем со Славой, остальные музыканты могут пройти в бар. Итак, для всех девушек посвящается.
Слава Быстру, Сияние Грёз. Друзья, мы приглашаем наших всех музыкантов. И, конечно же, к нам выходит Виктория Ньюман. Она споет песню собственного сочинения. Называется «Два сердца». Виктория Ньюман! Мы приглашаем Владимира Галактионова. Друзья, давайте с нами вместе похлопаем. Вы нам поможете сыграть эту песню. Я думаю, что сейчас вам покажу.
Thank you.
Спасибо огромное! Друзья, и завершение программы мы, конечно же, дадим сыграть Антону Давидянцу. Одному. Это шутка. И мы продолжаем! Thank you.
Антон Демьянц. Максим Шибин. Гитара. Владимир Галактионов. Труба. Слава Быстров, который продолжает эту пьесу играть бесконечно. Слава Быстров. Дмитрий Подичук, ударные. Виктория Ниман. Александр Долгополый, саксофон. Наш новый диск. И ребята, спасибо. Всего доброго, до новых встреч. Всем хорошего, друзья.